I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня продолжается наш трешечок. Так, единственное, что я смотрю, яркость не особо радует. А, яркость не особо радует. Я же зашел только на аккаунт, почистил все. Так, поехали. Бесплаточку сейчас затащим. И на складе места не хватает, и так не хватает. Решил позабирать плюхи я на сардельке еще. Давненько я не забегал. Сейчас пооткрываем все, что есть. Есть сегодня наборчики хорошие. И побежим на немку, еще почекаем там обновление. И надо будет зафармить плюхи. Так, есть. Есть, есть, есть. Забираем еще сюда набор одного самоцвета. Отлично. Получить все. Залетело. Все good. Самики добавили. Бонусные хватайка. Че, ради чего я заходил на русский сервер, это в хватайке что-то словить. 5 жетонов тоже. Ну, ни о чем. Было бы 20, было бы, конечно, круто. Но я знаю, многим ребятам везет. Я отсюда тоже вытаскивал 20 жетонов. И это реально дало мне возможность собрать божество на этом аккаунте. Так, магазинное безумие. Вроде больше там ничего такого интересного нету. По плюхам единственное, фонтан. У меня тут монеток. Я не знаю, есть монетки, нету монеток. Ну, 4 осколка в дополнение. И тыковка. Блин, сегодня просто тупо на всех аккаунтах падает с бесплаток Лего. Чё за фигня, не знаю, но это реально круто. Конечно, упало не то, что хотелось бы, но все равно повторочка. Такс, идем на немочку сразу. На немке я хочу... Вот, есть, отлично, есть новые плюхи на немке. Такс, за первый левел нам дают 500 коробочек, отлично. Ну, второе это за донат. Я сегодня очень круто, мне повезло, словил 40 коробок, я их открыл на прошлом видосе, также я зафармил уже 725 самого, это пока рекорд, это у нас пятый день идет, рекордный, 725, так, карточка есть, блин, ну карту тоже надо будет, наверное, доставать, пробовать, надо будет выполнять задание, посмотреть, что там по заданиям, что у нас еще интересного есть. Пират тот же. Все, больше ничего нового не открыли. Так, за вход взяли. Плюшечки. Ну, как видите, самики копятся довольно-таки неплохо. Уже 7500 самов накопили. Очень-очень быстро самики копятся, если выполнять квесты. Реально через квесты можно дополнительно получить... с пришествием монстров, ну, с многих локаций, плюс бонусом за выполнение определенных заданий тоже падает. Ну, в общем, нормально самов поднимается, если так фармить каждый день. Ну, по сути, на это надо там минут 15. Так, подземки. Надо будет заняться подземками здесь еще. А то с подземками у нас вообще беда. Так, ну и волны надо будет, кстати, попробовать. Но я думаю, вряд ли. Я думаю, может качнуть эту Афину. Попробовать. Может, поможет. Хотя хрен его знает. Так, забираем. Смотрите, сколько еще. 30 самого отсюда. Отлично. За вход. Еще соточка прилетела. Нормально так падает, я вам скажу. Так, хорошо. С этим разобрались. А, еще что-то добавили. Смотрите, еще что-то добавили.
Сундуки. Да, видите, оно сейчас я перезайду еще разок. Попозже добавили, через 30 минут. Еще раз обновили. Ну, сегодня здесь за вход просто повезло 10 пыльцы, и они реально многое зарешали на аккаунте. 40 коробок, блин, здесь очень кайфовый остров. Мы затащили 40 коробок. Не, все это. Это все. Так, вчера мы вытащили 375, сегодня 725. Ну, вообще круто, 1000, считайте, 1100 самов. В плюс ушли. Это донатная тема. Да, все, больше ничего. Больше ничего нету. Блин, здесь, конечно, пакеты просто бомбические. Посмотрите на эти пакеты. А они их поменяли, что ли? Да, ребят, поменяли. Посмотрите, 500, 500, 500, 400, 400. Ну, на АЭСе, чтобы такое было. Это, конечно, круто. Сейчас я зайду, чекну АЭС-сервер. Что там? Может, там изменили тоже пакеты? Но, блин, это, конечно, пакеты прикольные здесь. Пыльцы, конечно, на этом сервере вообще мало продают. Она очень дорогая, но осколки можете сами увидеть, что делается. Сейчас зайду. Фонариков, кстати, еще на немке нет. Собери сам. Тут вообще на этом добавили, короче, новые скины. Новые сумки со скинами на АЭСе. А, ну, героев так и не добавили. Точнее, питомцев. Да. Так, а чё? Блин, смотрите, скины последние все. Можно нормально донабирать чисто скинов. Ну, в принципе, круто сделано. Вот, чем мне немка нравится, она реально очень обалденная по некоторым акциям. Просто пушка. А, такс. С этим разобрались. Поехали. Поехали чекать. У нас есть 100 осколков. Я беру одного огника, я не буду брать землеройку, потому что в прошлый раз, когда я взял землеройку, это был писец. Сразу начались герои с эволюциями. У нас уже огник, кстати, получше прокачки стал. Надо будет еще посмотреть, какие там герои у него в линейке, и попробовать фармануть, если получится. Побольше скилл. Ого, нифига себе. Да ну нафиг. Не буду я против вас. Мне надо хотя бы какой-то герой, который будет бить героев через ограничение огников. Либо Мэри, либо Божество. Божество, понятно, что здесь мне вытащить будет сложно. Поэтому я пока коплю Мэри. Половинка у нас уже есть. Ну, с таким огником ничего не страшно. Мы сейчас ему еще докачаем. Кстати, мы же ему можем докачать 30-й прорыв. Сейчас я посмотрю, сколько там по книгам уйдет. Добегу и подумаю, что лучше взять, сделать пару эволюций. Но если я сделаю эволюции, соответственно, я подниму нормально силу. Ну, тогда у меня не будет проблем на определенных локациях. И можно будет попробовать пофармить дальше. То есть это Анубис, это Ворожей, скорее всего. Это, скорее всего, оккультист у меня уйдут на эволюции. И землеройка. То есть можно будет сделать так. Но я пока жду... Неохота тоже тратить самоцветы. У меня, кстати, есть молотки. Сегодня нам дали их на халяву. И я, соответственно, буду сейчас улучшать по максималке, стараться улучшать хранилище золотом, чтобы поменьше потратить на этот... На эволюцию героев. Ну, в принципе, мне там пару десятков самого это должно сэкономить. Я надеюсь. Так, а вот у нас Фрея. Ну, в принципе, эту Фрею мы должны, я думаю, разобрать. Хотя там отхил, но у меня есть недомогание на моем... Хотел сказать, зефире на моем огнике. И оно, в принципе, вполне себя оправдывает сейчас. У нас хороший деф. А, плюс у нас хватает дамага на такие темы. То есть я не боюсь, что Фрей там меня просадит.
Хотя вероятность этого есть, данная локация, но по чуть-чуть тащим ее. Ну вот здесь бы Мари, конечно, зашла сейчас на ура, чтобы вот это вот все затащить дело быстро, но как видите. В общем, по планам есть дофига чего здесь надо сделать. Надо и подземки пройти, надо и волны дальше пройти, надо и фармить, судя по всему, мне кибашку, потому что у меня ни одной до сих пор римки нет. И это реально печаль. Без ремок, конечно, на по локациях мне сложновато. Ну, хотя у меня есть воодушки. Воодушки тоже классная тема, но... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пошли суперпэты. Сейчас нас могут просто шатать, но нет. Ну, тут слава богу, что герои без эволюции. Сейчас тоже суперпитомцы, блин. Под пэтами, под героями стоят, я думаю, что это вторые АВА. Но, судя по скинам, там, конечно, не вторые АВА. Но все равно суперпэты пошли уже. Так, фен у нас включился. Ну, фен это... Это не беда. Сейчас посмотрим, что там у нас по зданиям делается. Надо будет улучшать все-таки. Так, а ну-ка сейчас я гляну. 18, 18, 18, 18. А, мне надо улучшать хранилище. 110 молотков есть. 2950. Все, теперь я могу уже свободно улучшать на 19 левел. Ну, в принципе, как раз, видите, нормально получается у нас. Я сразу все качаю по очереди. Нормальная тема, вот эти молотки, конечно, это супер подгон. Думаю, скоро дойдем как раз таким темпом до 5, и вообще можно будет делать эволюции без самоцветов. Это очень радует, что есть такая возможность, что именно раздают такие итемы. Это сокращает, скажем так, некоторые моменты в прокачке героя, потому что для бездоната реально очень проблемно. Вообще изи. Смотрите, сколько мы сделали. Так, у нас мана закончилась. Я буду потом ее фармить, но уже 4 ляма. Интересно, у меня нету героев тут, наверное, чтобы сделать. Ладно, поехали дальше. В принципе, дальше я уже сам добегаю. В общем, я пока в раздумьях, что делать, эволюции или все же пробовать. Сейчас еще глянем сами, сколько у меня книг надо примерно на огника. Ну, на него нормально, на него, наверное, все книги сейчас потратятся. А если ему делать дальше прорыв, ну, я, в принципе, прорыв на нем и так докачаю, но я думаю... Да, 116, тут нормально. Я думаю, лучше, наверное, делать эволюцию. В общем, пишите, что вы думаете, что лучше, я уже подумаю тоже. Вступайте в нашу гильдию, у нас появились места, почистили немного. Появились места и сразу пропали. Castle Clash RIP, немецкий сервер. Все, всем удачи, всем пока.